Районда социаль яктан авыр хәлле гаиләләрнең тормыш хәлен кайгырту даими күздә тотыла. Шушы көннәрдә районның балик булмаганнар белән эшләү комиссиясе Яш үсмер республика профилактик чарасы кысаларында 17 баланы Яршалы шәһәрендә урнашкан дельфинарийга алып барды. Целью данной операции является вовлечение несовершеннолетних, которые состоят на профилактическом учете в отделе внутренних дел. У детей возникает чувство сплоченности, они видят, что о них оказываются заботу не только родители, но и другие субъекты профилактики. Балаларның ялын файдалы үткәрү максатыннан комиссия әгъзалары мондый акцияны еш оештыра. Бусы да беренче түгел. Март аенда алар Алабуга шәһәрендә музейда һәм Суворов хәрби училищесында булганнар. Мондый кызыклы экскурсияләр оештырылуга әти-әниләр дә бик шат. Любое мероприятие, на которых приглашают, это всегда для них праздник, потому что в их жизни праздников зачастую мало. И когда у них, тем более дальняя поездка, они едут, ну, мало кто выезжает вообще за пределы города, а тут посмотреть другой город, тем более посетить такое заведение, как дельфинарий. Они у меня уже 2 дня счастливые ходили, то, что когда узнали об этом, о дельфинарии, вообще прям радовались, что они поют туда. Торопились уж быстрее. Меня рано утром разбудили, спрашивали, когда уже это все будет. Уж собирались. Ну, с таким удовольствием едут туда. Прямо уже первый раз едут. И мне очень нравится, то, что такие акции проводятся. Балик булмаганнар белән эшләү комиссиясе социаль яктан имин булмаган авыр хәлле гаиләдә тәрбияләнүче балалар өчен бик теләп күңелле экскурсияләр оештыра. Чөнки игелекле гамәл кылу һәркемнең бурычы. Аделя Бурханова, Юлия Ершова, Татарстан хәбәрләре.